6 июля сотрудники Роспотребнадзора вновь отправились в поквартирный обход. Основная цель – проконтролировать, соблюдают ли нефтекамцы режим самоизоляции. Мобильная группа посетила именно тех, кому уже были выписаны постановления, и срок еще не перевалил за 14 дней. Подобные рейды на территории городского округа проводятся регулярно, не реже одного раза в неделю. В течение часа представители Роспотребнадзора посетили 5 адресов. Специалисты напомнили нефтекамцам и о сохранении штрафа в размере 15 тысяч рублей, который грозит нарушителю режима самоизоляции. Сегодня был проведен рейд контроля соблюдения режима самоизоляции лицами, которыми ранее нами были выданы постановления. К лицам, нарушившим режим самоизоляции, применяется административное наказание по статье 6.3, часть 2 КоАП Российской Федерации.